Для нас сегодняшний объект очень важен, и я хочу, конечно, первые слова благодарности адресовать строителям, которые подхватили проект, завершили его. Важнейший стратегический проект для Подмосковья и для тех, кто живет на Щелковском направлении. Особые слова благодарности министру транспорта и Роману Владимировичу, который персонально курировал этот объект и строительство его, слава Богу, завершено в срок. Я хочу поздравить всех, кто участвовал, поблагодарить всех, кто участвовал в создании этого инженерного сооружения. И я очень рассчитываю, что подобные объекты позволят нам поменять то, что беспокоит людей, убрать эти чудовищные пробки и часы ожидания. Сегодня в Подмосковье, благодаря президентской программе, строится 9 подобных объектов по федеральной программе и 17 по региональной. Это те территории, те переезды, которые стоят, как принято в народе говорить, просто наглухо. И слава Богу, при поддержке мы такую программу реализуем. Хочу всех поздравить. Раз, два, три. Ура! Автоколонны строительной техники. Ha ha ha.